Минздрав Казахстана готов ко всем сценариям развития коронавируса. Об этом заявила глава профильного ведомства Ажар Гиният. По ее словам, были случаи, когда в сутки регистрировались 16 тысяч заболевших. Впрочем, медорганизации готовы бороться с ковидом. На сегодня эпидситуация в стране стабильная, однако министр порекомендовал казахстанцам носить маски в местах массового скопления. Более 11 миллионов человек у нас в стране привиты. Ревакцинацию прошли около 5 миллионов человек. Это почти 67% из подлежащего контингента. И есть переболевшие пациенты, которые заболели легкой формой, но имеют иммунитет. Поэтому на сегодняшний день мы резкие меры ограничения не принимаем.